Ты какая миссия? Вторая, да? Первая. Первая только. А чё, репит напиздил, что ли, тогда, блядь? Да. Дверь ему щупать. Все, бонзай, прикол. Кронос что, не видит, что ли? Они друзья? Еще больше обход. Недостаточный, да? Шире, шире заходи. Сбоку, сбоку заходи. Господи. Бля, сейчас он маслину поймает. Тактика обхода, залог победы. А чё, у нас всего-то один человек остался. Ты ждал уже, по идее, всё. Ну стреляй, по-моему, уже. Высадка, бля. Да вон, через зубы вылетит. Появился, он на кого-то поставил. Че? В ногу попал, смотри. В коленку ему попал. А по кому стреляй? На второй разочек попал. В другую коленку. Не, у меня он в оба в плечо. Встал. Да. А Кроноса самого сейчас обойдут. Сейчас будет перестрелка, как в Вестерне. Опа, отлично, голова. Сейчас Каркарыч. Он достал все-таки, да? Не совсем достал, так. Нашумел. Джордана ни хрена не вышло. А что он хотел? Он возле ДШК бегал, 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 как этот. Ты чё, горел, родил? Ни хрена, мы, да, мы ему, короче, запульнули. Да, мы его и ГПшили, и стреляли по уставу. И М-72, короче, он там у него в шоке был. Нормально живой чисто. Я его гранаты потом одного нашли, просто начали его прессовать, бро. Да он там, блядь, правильно по этом, по горам бегал. О, смотри, сейчас на Каркарычная выйдет, да? Или на кого? Бог. На Оги. Киби выживший. Там сзади к нему идут кто-то. Слева, вернее. Каркарыч бежит. Да, это Каркарыч. Там встал в камнях, ё-моё. Ну, может, услышать еще. Каркарыч сейчас его. Каркарыч его отработает. Что-то я играл, вылечил и рейс накрыл. Да не на, у него еще кусты слева, так что не факт. Сейчас увидит сразу. А голову видно его, довольно-таки. Он шумит. Да, да, нет. Сейчас он выползет на него. А он его может увидеть. Они друг друга услышали. Главное, не... Да. ПЗ, ПЗ, ПЗ. Чё? Помнишь те видео? Отлично. Справа, 3. Вот тот же самый случай. Каркарыч сейчас и это... Каркарыч его не видит. Каркарыч почухал, где он. Ну да. Да они оба друг друга услышали, пытаются еще раз услышать. Нет, Кронос не слышал его. Он не думает, что есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Каркарыч должен видеть. Спинами друг другу подойдут. Сейчас будет забавно, если он спереди Кроноса выйдет. Сквозь кусты. Все, он увидел, походу. Вот вроде кусты-то как спасают, да? Да. Несколько патронов вообще в куст вышел сначала. Все. Ну все уже, да.